20% off. Слово «Ломус» образовалось от слияния первых частей двух фамилий – Ломаченко и Усик. Они оба профессиональные боксеры, но гораздо сильнее их связывает дружба. Давай, давай, Саша, одевай, одевай. История этой дружбы началась в 2003 году. С тех пор Василий Ломаченко и Александр Усик всегда вместе. В любителях вместе тренировались и демонстрировали преданность своему делу. Вместе выиграли Олимпиаду и одновременно ушли в профессионалы. Оба стали чемпионами мира, хотя путь к этому успеху у них был разный. Они яркие и харизматичные личности. А главное – настоящие. Вчера мы встречали Спайдермена. Мы думали, что это американский Спайдермен, настоящий. А как оказалось, что этот Спайдермен, он из Киева. Нет, я из Киева, я из Украины. А мы вчера его чуток подзаломали, у него паутина закончилась. Он не мог ничем. Он не успел просто сделать. Он хотел, значит, давай запускать. Я быстро руку эту вверх, и последняя паутина выстрелила. И он потом со второй руки уже стреляет, а уже холостой, и ничего, ну, в холостую. Ну и дальше уже усатый его включик, ну а там я с перекачем слева ударил. Халк подтянулся, помочь хочет. Боже, какой он страшный. Он из Бразилии. Я предлагаю баттл устроить Спайдер против Халка. Он тебя на битву взгляда вызывает. О! Супергерой! Кэп! Как это? Бэтмен? Бэтмена это? Бэтвумен. Бэтвумен? Кошка. Это за большая фанатка наша. Да? Она из Боливии. Боливия. Можно фотографию? $10. Just tips, just kiss. Усатый, становись, давай. Thank you. You're welcome. Александр Усик впервые надел перчатки в 15-летнем возрасте. Чтобы достичь первого серьезного международного успеха, ему понадобилось лишь 4 года занятий боксом. Уже в 19 Александр стал призером чемпионата Европы среди взрослых, а после этого Усик выиграл в любительском боксе вообще все. И чемпионат континента, и чемпионат планеты, и Олимпиаду. Он ушел в профессионалы через год после победы на играх в Лондоне. В профи тоже стал чемпионом мира, а одновременно с этим еще и побил один из исторических рекордов. Это достижение продержалось 30 лет и принадлежало легендарному Эвандеру Холифилду. Александр Усик и чемпион мира Кшиштоф Главацкий сошлись в ринге для виду в рамках промо-кампании своего предстоящего боя. Для Усика работа на камеру – дело привычное. До этого он снимался в рекламных роликах и выглядел в кадре просто здорово. Так много смотреть, мы ржать будем. Давайте попробуем чуть суровее. Он злой? Как мы можем суровыми быть? Посмотрите на нас. Там бы котят попало. Сейчас поясню. Хорошо. Давай так, с таким. Да. Прокручиваем. Готов? Да. Оп. Давай еще. Погнали. Ребят, стойкам. Мне кажется, от суровости от нашей, блин, аж стенки трясутся. Что?
Раскрутка боя длилась 3 месяца. Гловацкий и Усик встречались друг с другом в Польше и в Украине. На съемках промо и пресс-конференциях. Бой назначили на 17 сентября. Дата Усика порадовала. Эта цифра для него счастливая. Именно 17 числа, пусть и в разные годы и месяцы, родились и сам Александр, и его лучший друг Василий Ломаченко. 17-го у Усика будет шанс войти в историю бокса. Он может стать чемпионом мира уже в 10-м поединке. Рекордсмену этой категории Холлифилду для завоевания титула понадобилось на 2 боя больше. Я живу боксом. Если я долго не боксирую, люди, которые занимаются боксом или боксировали, не понимают, о чем я говорю. Начинаешь уклоняться от листиков. Когда поднимаешься по ступенькам, начинаешь бить какие-то ударчики. Когда мне было 15 лет, я пришел в зал, и мой первый тренер Лапин Сергей Юрьевич научил меня боксировать. Я просто понял, что без этого, в принципе, я дальше не могу. На подписание контракта с Усиком претендовали промоутеры из Америки и Англии. Но он принял предложение компании «Братьев Кличко». Боксер не хотел надолго покидать Украину. А здесь ему тоже пообещали отличные условия и перспективы. Уверены, что в течение буквально уже ближайших лет Саша завоюет шанс драться за титул чемпиона мира. Я хотел поехать в Америку, я съездил, я посмотрел, но я не нашел для себя то, что я хочу там остаться и то, что я хочу там боксировать. Я буду там боксировать. Я вас уверяю, что я буду там боксировать, но отсюда я дойду туда, из Украины, из своего родного дома. Александр Усик словно был создан для профессионального бокса. Имидж, харизма, мужественная внешность, открытость в общении – все это привлекает болельщиков и масс-медиа. Кумиром миллионов украинцев он стал не только благодаря своим спортивным достижениям. События и, собственно, бои составляют лишь видимую часть айсберга. Львиную долю своей жизни Усик проводит вдали от глаз журналистов и фанатов. В тренировочном процессе, из которого публичными становятся лишь результаты. Во время этой работы рядом с боксером часто находится только Сергей Ватаманюк, который длительное время является одним из тренеров Усика. Профессионалом Усик начал тренироваться по новой методике. Но он не забыл и о своем любительском опыте. Александр по-прежнему сотрудничает с психологом Андреем Колосовым и использует тренировочные наработки Анатолия Ломаченко. Из-за своего однообразия тренировки кажутся еще более изнурительными. К тому же, к каждому бою Усик готовится в горах. Там работать еще труднее, но эффект больше. Кроме прочего, горная австрийская деревня Гоинг, известная как место тренировочного лагеря Владимира Кличко. К третьему бою в профи Александр Усик готовился в новой обстановке и с новым тренером. Keep using the jab, keep using your jab. Тогда Усик готовился драться в андеркарте боя Владимира Кличко. Они работали одновременно и рядом, но под руководством разных наставников.
Джеймс Али Башир с 2004 года работает в команде Владимира. Впервые Усик посетил лагерь Кличко еще до того, как стал профи. Тогда он и познакомился с Баширом. Пообщались, понравились друг другу. Но на этом поначалу все и закончилось. К первым двум боям Усика готовил Анатолий Ломаченко. Но обстоятельства сложились так, что им пришлось прекратить сотрудничество. Башир был идеальной заменой. Он опытный и авторитетный тренер, а также свой. Из той же команды, что и Усик. Быстро сработаться и подружиться им помогла схожесть характеров. Оба веселые и жизнерадостные. Обожают подурачиться. Первую часть сбора Усик проводит в Карпатах, а Джеймс Али Башир подключается к работе уже на стадии спаррингов, которые традиционно проходят в Киеве. Но перед боем с Гловацки Усик провел в Буковеле весь тренировочный лагерь. Благодаря этому его американский наставник впервые в жизни побывал в Карпатах. Pop the jab. Сбор закончился. Через день они уедут в Польшу. Для Усика предстоящий бой будет одновременно и первым чемпионским, и юбилейным. До чемпионского боя против Кшиштофа Гловацки Усик провел в профи 9 поединков. Все выиграл досрочно. В отличие от Ломаченко, Усик к титульному бою шел постепенно. Сначала уровень оппозиции был невысоким, но каждый следующий соперник Александра был обязательно сильнее предыдущего. Через 11 месяцев после профи-дебюта Александр выиграл свой первый титул – интерконтинентальный. А потом, менее чем за год, он поднялся на первое место в рейтинге версии WBO. Весной 2016-го Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Thank you.
Усик двигался только ввысь. И теперь от вершины Александра отделяет лишь один поединок. Это будет главный бой всей его жизни. Жизни, которую он так любит. Ночной порой хочу постоянно и безотносительно быть рядом с тобой, с тобой. В Киеве с женой Усик гуляет нечасто. Александр и Екатерина родом из Крыма. Живут в Симферополе. У них трое детей – Лиза, Кирилл и Михаил. Отец Усика умер через 5 дней после победы сына на Олимпиаде. После этого Александр стал главой всего семейства. Я шучу. Хотя как мысль. После. Круто, да? А вы пойдете сегодня со мной? Танц-класс. 3 гвоздички, да? Пакет молока. Ты-ты-ты. Пакет молока давали? Да. Такие лежат красивые листики, по которым ты идешь. Я не знаю, трава растет. Смотри, какие они красивые, желтенькие, зелененькие, потом еще желтее. Для Украины Александр Усик – уникальное явление. Он вмиг стал любимцем публики. Его бои – это одновременно и яркое шоу, и бокс самого высокого уровня. Подобного вживую в Украине давно не видели. Поэтому вечера с участием Усика всегда проходят при заполненных трибунах. За качественным боксерским шоу здесь соскучились и рядовые болельщики, и VIP-персоны. По всей стране. В Киеве, в Одессе, во Львове. Он проводил поединки и на закрытых аренах, и на футбольных стадионах. Каждый раз аншлаг. Каждый раз в шаге от ринга перед началом боя что-то шептала мама Александра. И каждый раз ее молитвы были услышаны.
the undefeated challenger and number one contender from Kiev, Ukraine, Alexander. В этом фоне группа поддержки Усика выглядела крохотной. Но болельщика такого боксерского калибра у его соперника и близко не было. Ломаченко и Усик всегда стараются присутствовать на боях друг друга. А тем фанатам, которые будут болеть за него на расстоянии, Александр оставил своеобразное послание. В нем слова «Украина» и «Симферополь», автограф и любимая цифра 17. Боксерки приехать и попробовать. Уже через сутки эти трибуны будут забиты под завязку. А пока здесь безлюдно, претендент изучает настил ринга. Завтра, снова стоя здесь, Усик хочет услышать только одну фразу. World Champion. За несколько дней до подписания профессионального контракта Усик посетил тренировочный лагерь самого безальтернативного на тот момент чемпиона мира по профессиональному боксу. New World Champion. Эту фразу Владимир Кличко не слышал в ринге уже 7 лет. Именно после той поездки в Боинг Александр решил подписать контракт с компанией K2 Promotions. Так в ней появился второй после Владимира олимпийский чемпион. Усик надеялся повторить достижения Кличко и на профессиональной арене. Он говорит, что я тебе сказал, что Джефф – это ключ. А он тебе что, подготовки не говорил ничего? Вообще только приехал. Чтобы добиться чемпионского боя, Усику понадобилось 3 года. Ломаченко – лишь 7 месяцев. Когда-то Василий и Александр выбрали разный карьерный путь, но их дороги разошлись только в этом. Они друзья и кумовья, считай родственники. В их отношениях нет и не может быть места для зависти. Титулы и гонорары – это еще один повод порадоваться друг за друга. Они яркие и харизматичные личности. Настоящие. Красавец.
последние минуты перед боем боксеры ведут себя по-разному. Кто-то разговорчивый и энергичный, а кто-то едва не показательно спокойный, весь в себе. У Александра всегда играет зажигательная музыка и на тренировках, и в раздевалке перед боем. Но непосредственно перед выходом в ринг ему нужно хотя бы пару минут тишины. Усик не скрывает, что он глубоко верующий человек. И в такие мгновения только ему известно, какие слова он произносит и как именно настраивается на предстоящий поединок. Впервые в профи-карьере Александр выходит в ринг под свист и гул публики. Эрго-арена в Гданьске вмещает 11 тысяч человек. Болельщики украинца тоже присутствуют в зале, но их голоса едва слышны. Согласно статусу претендента, Александр поднимается в ринг первым. Свист продолжается, но вскоре в зале появится чемпион, и трибуны взорвутся овацией. Усик никогда не испытывает агрессии к сопернику, только уважение. Да и Кшиштоф Гловацкий оказался нормальным парнем. До боя на съемках промо-ролика боксеры так и не сумели даже изобразить агрессию по отношению друг к другу. Честно пытались, хмурили брови, но к ужасу режиссера сразу же начинали улыбаться. Однако тогда была постановочная сцена, а теперь все по-настоящему. Ladies and gentlemen, before we begin our main event, at this time we ask you to stand for the playing of the national anthem. Contender, Vitame Alexander Usyk. Please welcome the undefeated, the reigning WBO Cruiserweight Champion of the World, Vitame Kshishtof.
после стартовых раундов интрига только усиливается. Начало равное, соперники достойны друг друга. Оба отлично защищаются, и вряд ли кто-то из них пропустит шальной удар. Очень похоже, что бой продлится все 12 раундов. In favor of
супруга была, братики были, Крым был, так что все ровно. Я слышал людей из зала, достаточно большое количество было соотечественников, поддерживали. На поединку была моя жена, была на рингу, были мои кибицы, была моя стая, Олга, ты как добралась? Не знаю, пешком пришла. Молодец. Падать не надо. Самым трудным, наверное, было выполнить то, что говорили, то, что мы нарабатывали, и не ввязаться в эту драку, которую, хотел Шиштов, да. Хотя очень хотелось чуть покуражить, но надо было до конца выполнить. Наверное, вот это самым трудным было. И самым трудным была подготовка, все. Остальное все было в кайф. Все эмоции я оставил в ринге, потом в раздевалке я пришел, там ждали меня мои близкие, братики мои, все остальные, супруга. Так что все эмоции я оставил уже поздненько, так в легенькую утомился. Так-то домой хочется, за детьми соскучился. Так что я думаю, что я буду ложиться спать сегодня довольный с женой. Александр Усик стал чемпионом и рекордсменом. Он быстрее всех выиграл титул в первом тяжелом весе и побил рекорд, который аж 30 лет принадлежал легендарному Эвандеру Холифилду. Но на этом Усик точно не остановится, ведь есть другие версии и весовые категории, а там тоже имеются и чемпионские пояса, и пока что не побитые рекорды.